Ну а за 5 минут до конца просчет чилийской обороны завершился пенальти. Слишком долго искал способ выбить мяч к центру поля защитник Рохас. В итоге поперечная передача Баджо находит руку другого игрока обороны, Рональда Фуэнтеса. Арбитр из Нигера Люсьен Бушар без колебаний указывает на 11-метровую отметку, хотя на повторе кажется, что это мяч нашел руку Фуэнтеса. Чилиец ни в коем случае не играл рукой, он просто не успел ее убрать. Был умысел в действиях защитника или нет, в конечном итоге неважно. Роберто Баджо за 5 минут до конца уверенно реализовывает пенальти и приносит итальянцам ничью. Возможно, команда Чезаре Мальдини и рассчитывала в стартовом матче на лучший итог. Но если исходить из того, как разворачивались события, на